Готовим ватрушки. Смешиваем творог, яйцо и подсластитель. Добавляем муку, замешиваем тесто ложкой, а затем руками. Делим тесто на части и формируем основание ватрушки. При помощи стакана делаем углубление, руками придаем желаемую форму. Смазываем тесто желтком и ставим в духовку. Для начинки смешиваем творог, подсластитель и ванильный сахар. Добавляем изюм, как следует перемешиваем. Достаем из духовки основу для ватрушек и наполняем их творожной начинкой. Ставим еще раз в духовку, и наши ватрушки готовы. Всем отличного настроения и приятного вам аппетита!